Мне все понравилось, я очень благодарна Георгию. Мне вообще понравилось сделать этот спектакль. Сама задумка мне очень понравилась, и я очень рада, что мы говорили, что мы говорили монологи, потому что я люблю говорить. А мне не часто дается роль. Вы знаете, для меня важно было, что ребенок доволен, счастлив, она в восторге, и для меня большой показатель, что она говорит: у нас последнее занятие, все, заканчивается занятие. Она сожалеет о том, что заканчивается занятие. То есть для меня важно, чтобы ей это понравилось, и она была довольна. И что касается Долмазяна, он сам по себе человек очень добрый. Он позитивный, светлый, дружелюбный. И он этому учит наших детей. И это хорошо. И что еще? Что хотел бы отметить? Он учит их думать, анализировать, чувствовать, ценить, выделять важное из массы там всего, дружить. Ну, не знаю, учит тому, что, может быть, мы не всегда родители, ну, не всегда находим время для этого. В школе тем более там. На самом деле, я очень сдружилась со всеми детьми. Они все очень добрые и светлые. И мне понравилось в этом году больше, чем в прошлом, потому что я уже была более коммуникабельная. И работа с текстом мне нравится больше, чем, например, работа без текста. Чувствовалось, что это была одна команда. Не каждый ребенок сам за себя, а прям это была команда.